Добрый день! Пришли вот сегодня после магазина в наш любимый городской парк Салово или муниципальный парк. Ну вот купили рамончик такой, ножку, правда, обглоданную, успевком. Зато дешево. Ну, сейчас будем трапезничать. Парк Салово — великолепное место для отдыха. Собираются вечерами. Очень много испанцев, тут рядом частные, ну как, не отели, а квартиры. Приходят бабушки, дедушки, куча детей. Вечером тут места не найдешь на лавочке. Ну вот он, хамон. Сколько стоит? 2,65 вот эта штучка стоит. На наши деньги 150. Вот. 150. 200 рублей. 200 рублей, да. Такая вот офигительная шняжка. О, сейчас сделаем нарезочку. Купили батон наш любимый, в нашем любимом магазине. И вот под пивко. Сейчас. Еще тут разрезано. Жалко, тут в этом нету, как его, досточки. Есть, кстати, эти продаются уже с досточкой разделочной. Да потоньше резать. Потоньше, да под пиво нормально. Косточки я затерялся. Проще, по-моему, вот так отловить. Пока для начала пиво вот 44 цента. Показывал я в предыдущих роликах. Голландское. Так вот. Парк птички везде, рыбки в этом плавают. Людей сейчас мало. Супер. Вот это прямо с ноги. Великолепно. Говядина это или? Почему говядина? Говядина. А? Хамон, по-моему, с говядины корова делают, да? Ну, это говядина, корова. А, ну да. Вкусно. Да, очень. Настоящая. Пусти. Вот большая нога там продавалась. Здоровая нога, 44 евро. Туда нож хороший входит в комплект. И заточка под нож. Сколько она там килограмм, не помню, 6, по-моему. 6,5, по-моему, килограмм. Недорого, в принципе, да, 44? Ну, да. 40 это сколько? Что-то я уже не сориентирую. 606 тысяч. Ой, подожди, какой 6 тысяч? 40 это 3 тысячи. Ну, 4 тысячи, но зато такая нога в подарок. Вот не знаю, разрешено ли сейчас команда что-то. Не разрешено. Чего ты знаешь, что я пришел? Ну, что-то неделю назад типа. Парк вот этот вот великолепный. Сидеть, отдохнуть, расслабиться, так сказать, пообедать, перекусить. Между завтраком и ужином. На которых мы объедаемся. В прямом смысле слова. Все. В следующем видео расскажем вам, где лучше купить цены на экскурсии, на автобусы, купить сим-карты, ну и прочую полезную информацию по Салову. Все.